Ну что, свинка наша хулиганит. Посылаю Маргариту в загон. Так, иди отсюда. Ей легко перелезть и нагнуться. Ее надо отвлечь, короче. Иначе она мне... Она испачкает. Она мне за ноги кусает. Испачкает. Но она не кусает вот так. Что? Хрю. Пусти меня. Дай ей в пятак, слегонца так. Отпугни ее. Она тебе сейчас перемажет. О, видишь. Нет, давай быстренько доставай. Ведро-то новое было. Только купили. О, что сделала? Да. Хрю, что ж ты делаешь? Что ты делаешь? Короче, достает ведро из ведра. Уже и ручки сняли. И все равно достает, как-то умудряется. Выливает его. Я уже туда валун положил. И все равно она то же самое делает. Надо, наверное, вот эти вот крючки для ручки. Вот она, наверное, за них берет. Наверное. Надо будет потом загнуть, ведро выкинуть. О, все тут. Макс пришел. И Неська. Он Макс. Макс! А, давно тебя не видели. Я его неделю две не видел уже. Не, ну один раз зашел, видел. Макс, болячка у меня. Да, ну это от солнца. Радиация. Какая-то выскочила. Он же старый вид. У свинки сейчас аппетит появился. Уже так нормально ест. Раньше по чуть-чуть ела. Ну и подросла она так. Да. Неплохо. Да. Короче, тыкву она не ест. И яблоки она не ест. Она вон этот комбикорм выедает, а тыкву не ест. О, Леська на курей уже переключилась. Быстро. Леся, оставь покой. Ах, бедная, сколько лежит. Что? Никто не хочет себя вновь плевать, да? Так ты не там лежишь, Неся. Привет. Настал момент заняться этим домом, конкретно вот этой комнатой, где мы заливали пол. Вот у нас вот эти трещины. Ну, вроде так простукивается... Не отслоилось, вот. Вот по краешку есть, как, ну тут как бы завернулось чуть, да? Вот. А так вот, в середине одинаковый стук. Короче, мы это оставим вот, под линолеум. Почему он растескался? Мы точно таким же заливали на кухне 3 года назад, и у нас все было хорошо. Все было вот так идеально, гладко, ровно. Никаких трещин не было. Возможно, зависит от партии. То есть партия к партии может быть разная. Мы подъехали к нашему знакомому в строительном магазине. Он работает. Я говорю, вот так и так взял пол, и он потрескался. Он говорит, а каким заливал? Я говорю, ну вон там голубые мешки вот эти, Росгипс. Ни реклама, ни антиреклама. Просто факт. Он говорит, о, говорит, надо было брать Хабес. Потому что, говорит, этот берут, и у многих трескается. Ну, вот как-то вот у нас вот так получилось тоже. В общем, сейчас снимаю, срезаю ножиком демпферную ленту. Мы купили песко-бетон, 3 мешка, ну, сухая смесь уже готовая. Потому что, если покупать цемент, у нас песок-то есть, но, правда, не сеянный, его надо сеять. С камнями не хочу убивать инструмент. Почему цемент не стали покупать? Потому что весит мешок 50 килограмм. А с моей грыжей на позвоночнике, на шее, такие тяжести мне противопоказаны. Поэтому мы взяли песко-бетон весом 25 килограмм. Все-таки намного легче. Иначе вот это 50 килограмм из машины буду поднимать, наклоняться и что-нибудь может опять хреново быть. И так рука еще все никак не пройдет, болит, не имеет. Вот. Так что мы легкими путями идем. Просто нам осталось замешать, налить воды. Просто добавь воды, замешай и туда шпателем
Правда, я не знаю, как мысли. Да, ну придется шпать прямо вот в такие места запихивать. Ну да. Блин, тут глина такая сыпучая. Ну, надо побрызгать будет этой грунтовкой. Понятно, что к ней ничего не приклеится, конечно. Ну, хотя бы заполнит эти полки. Я думал, ну, у нас где-то есть побольше дырки. Сюда можно прям, мы даже ковшик купили, такой специальный строительный, наливать. А вот, конечно, здесь только шпатель. Надо пролить грунтовкой будет. Это не поможет. Ну, чтобы хоть какой-то зацеп был. Конкретно с глиной никакого зацепа цемента не будет. Ну, вообще глину водой мочат, если что. Ну, мы вот этим пульвером пройдем, намочим. Ну, сильно мочить тоже саманная стена, и так считай, пол стены уже висит. Сейчас намочишь, вторые пол стены осядет. Ну, вот. Где-то у нас тут, ну, сейчас мы дойдем, мы сейчас отрежем и дойдем покажем. Ну что, снял я эту ленту. Снял. Как говорится, старый дом только тронь. Даже не знаю, с чего начинать. Тут все сыпется. Вот это все. Сейчас пылесос, не знаю, сколько мешков уйдет, если начать пылесосить. Пылесосить как бы надо. Вот это, походу, все мышами проедено. Вот это. Вот это все саманный дом. И вот тут тоже больно много всякого. Глина это все. В общем, сейчас, наверное, сегодня мы просто растворы накидаем вот так вровень с полом, чтобы более-менее было. А потом будем задирать ножом снимать вот эти, потому что если сейчас вот это все снять, туда поналетит еще больше хлама, пыли. Сейчас, наверное, пропылесосим сколько сможем, накидаем раствора, надеюсь, 3 мешков нам хватит. Когда все это дело застынет, только потом мы будем уже ковырять, чтобы потом вертикально как бы забрасывать, не знаю, роботом или чем там, в общем, будем делать. Начнем с небольшого замеса, а потом по ходу нам будет понятно, как уходит, быстро или не быстро. Ну шо, готов? Что? К труду и обороне. Готов. Не знаю, жидкий, не жидкий. Да я думаю, нормально, не жидкий. Сильно жидкий тоже он будет растекаться.
Пластичности, конечно, ноль. Ну, ладно, сделаем. Можно мыло добавить. Ну, уже неохота идти. Так, все, берем наш хьютер. И чуть-чуть брызгаем, сильно не будем. А то нет, стена... ну ты глину намочи-то. Стена поплывет. Да ее вот намочит еще. Глину надо хорошо мочить, чтобы она сцепление имела. Там вода у тебя, да? Да. Ты полную набрал? Я еще вчера набирал. Ты хочешь контролировать процесс? Да, я хочу. Чтобы я хочу... под контролем было? Да. Я хочу что-нибудь поделать тоже, а мне Алик не дает. А что поделать? Говорит, я сам. Я говорю, давай я буду замазывать. Сейчас. Сейчас, ты думаешь, я долго выдержу на коленках? Ползать. Конечно, я тебе дам. Ты будешь. Я буду замесы делать. А ты будешь это. Так, ну что? Пробуем. Поехали. Я говорю, я одену перчатки резиновые и прям пальцем туда пропихивать, где сильно узко. Зачем пальцем? Есть для этого шпатель. Ну, шпатель не везде залезет. Ну, ты много берешь, надо поменьше. Так, шлепать мы не будем, потому что пол испоганим. Ну, так, шпательку вибрации даем. Так. Так, тут не будем, тут нормально. Там гипсовой можно купить. Да. Сразу. Вот сюда еще. Будь неладный тот день, когда я взялся за эту работу. Ну, мыши тоже достали. Мы сегодня, кстати, купили... Расскажи, чем мы купили. Мы купили ультразвуковой отпугиватель мышей. Я вот на Wildberries почитала отзывы, там 1500 отзывов. Вроде люди пишут, что помогает. Ну, посмотрим. Я пока один взяла. Если он будет работать, то возьмем второй. Этот. Ориентироваться будем на бабушкино печенье. Да, в общем, история про бабушкино печенье. Она себе на ночь оставляет, ну, в рюмочке для удобства, чтобы пальцами брать. Такие маленькие крекеры, печеньки. Крекеры, рыбки там разные, вот. И тут, короче, с утра руку тянет, а нету крекеров. Вот. Короче, это рюмка стоит на тумбочке. Мышки забираются, походу. Потому что, ну, никто не мог. Ни коты там, ну, там Макс у нас, он такой есть. Ну, мыши, да, съели. Да, вот, короче, вот так вот. Вот ту дырку замажь возле порога, который... Вот эту маленькую? Да. А зачем она? Ну, там дерево. Дерево с цементом не очень дружится. Вот. И если вот этот ультразвуковой отпугиватель будет работать, мы в этот дом тоже купим. А может и под навес еще один купим потом, да? Там же да будет... хорош там сколько этих... У нас мыши бегают с крыши, с кухни. По стенам прям. Шлеп. Туда его. Ну, вот таким. Ты думаешь, это да, действительно, короче, долго я так не выдержу на карачках. В общем. Передашь мне эстафету. Безусловно, передам. Ох, друзья, Маргарита прям, я удивлен ее таланту с цементными работами. Я ей говорю, давай накидаем чисто шпателем по горизонтали, а по вертикали потом будем закидывать этим, как его? Гипсовый. Да, гипсовый. Нет, она усердно руками все это впрессовывает в перчатках. И даже кое-где и стены уже будет проще, меньше гипса идет. Практически пол и стены. Ну, излишки я срежу потом шпателем. Чуть-чуть подхватится, я срежу. Молодец. Все получается. Нет. Как будто всю жизнь работала маляром, штукатуром. Вышли на прогулку. Бабулю вывезли.
Бабуля, кстати, оглохла снова. В общем, да. Она решила сама полечиться, закапала себе эти капли и перестала слышать. Не знаю, что там, может, она не так закапала, может, она туда перелила. Вот. То есть ни у кого не спросила, просто взяла там, посчитала, что месяц прошел. Ну, типа, второй сеанс надо через месяц. Закапала и теперь вообще не слышит. Ну, непонятно, из-за чего это, короче. Да. Так что... Ну, поела травки, да? Кабан, поела травки. А мы закончили с полом. Сейчас будет подсыхать. Вечером пройду, посмотрю там. Если где-то лишнее, срежу. Ну и не знаю, сколько будет сохнуть. Может, неделю-две. Потом надо подложку. А, еще надо гипсом заштукатурить. Подложку и линолеум. Иди ешь. Вот, без меня обошлось. Иди ешь. Вообще не хочет. Ничего не хочет есть. Вот сколько травы, вон зеленый растет там. Не. Веники плохо ест. Так, да чуть-чуть. Яблоки не ест. Я ей сегодня дала, она что-то понюхала, покопалась и все. Из таза выбрасывает все на землю. Продам я тебе, да. Она у тебя увидела гаджет. Ага. Ну что это за коза, которая не ест? Ну что это за коза такая? Как правильно написали в этом, в телеграме, толку с нее не будет. Но при всем при этом, ест она или не ест она, свои 900 миллилитров утром... Полтора она дает в день. Ну, в день. Соня, да. Иди я поглажу тебе. Соня. Иди к бабушке, Сонька. Сейчас подскочит, смотри. Нести, перестань. Я за сисечки не люблю. Нет, она сама в станок идет, в станке дается, вообще не дергается. А так вот на улице, конечно, да. Что там, Несси, подружайка твоя, Ланка, да? Где там Ланка? Ой, где Ланка? О, скажи, Ланка, выходи. Там либо кто-то есть за воротами, да? Да, подружка там есть. Ну, сейчас, может, тетя Поля выйдет и Ланку выведет. Вот что ты стоишь, коза, иди гуляй, ешь. Соня, столько иди, да, гуляй. Веток зеленых. Не, стоит. Поглажу тебя. Сонечка, ты на козу не похожа. Иди к бабушке. Рог нету, только хвостик козлиный. Короче, идет вот целое поле травы, идет какую-то травку там себе унюхает, сорвет. Потом проходит 10 метров, еще там что-то понюхает, сорвет. Или вон тут что-то находит, какие-то там сухие листья. Чего. Ну, сухие листья-то понятно, это чипсы такие для них. Вот. Видишь, думает. Вот сейчас пойдет, посмотрит, понюхает. Так нехотя, знаешь. Ну, понятно, она одна, как бы, у нее нету подруги там, вот. И там скучно. Но уже сколько, 5 дней, наверное, прошло. В принципе, она уже себя тише ведет. Вот. Слушай, ну у нас на хуторе вот коза там привязанная. Альпийская? Да. Рогатая. Я никогда не слышала, чтобы она орала. Она пасется себе, пасется. Да. Ни разу я не слышала, чтобы она стояла и кричала. Ну, вот такая, видишь, эта коза. Нам везет с козами. Да и орешки. Орешки. ММДМС. Несси, ММДМСы подъехали, тепленькие. Не хочешь? Встала прямо возле бабушки, навалила. Это хорошо, я еще ее оттолкнул ногой, а так бы на ноги ей. Ага. Прям в рот ей пихать приходится, да? Да.
Я таких коз еще не встречал, чтобы вот так акацию не ели. Коза уже обнаглела. За нее траву рвешь, она ее ест. А сама нет. Не теряй. Сонька пришла помогать тебе. Последняя лыча. Ну, компотик возьму чуть-чуть. Алик говорит, земли с пола. Ну, а яблоки мы же собираем. Ничего. И она помоется. И нормально будет. Я только за. Компотики люблю. Теща каждый день компоты варит. Ну, так столько яблок. Что там еще? Сегодня был компот, как кисель. Из винограда, яблок. Что там, сливы были? Нет. О, она сейчас с ведра будет есть. Иди отсюда. Нет. Соня, нельзя такой быть. Халявщицей, да. Собирай его, знай, на земле. Нет, надо засунуть морду в ведро и забрать. Сегодня 24 градуса, солнечно, даже Максик
вышел на прогулку. А, говорю. Максюха, гуляй, пока есть возможность. Гуляй. На солнышке грейся, старичок. Вот так я заштукатурил. Честно говоря, раздражали меня блоки с этими швами. Штукатурил я плиточным клеем. Очень тоненько. Когда делаешь тонко, ничего отслаиваться не будет. Слой 1-2 миллиметра. Наверное, может, где-то 3 даже. Ну, вот такая толщина примерно. Сетка штукатурная при таком слое не нужна. Я даже думаю, что еще может быть чуть-чуть шкурану, вот чтобы вот эти швы меньше были видны. Вот этот клей был более дешевый, этот подороже, тут все-таки получше как-то получается. Вот, поштукатурю, загрунтую, еще тоненький-тоненький слой кое-где дам, немножко подвыровню, опять загрунтую и покрашу эти две стены. У меня вообще в этом году в планах не было все это дело заштукатурить снаружи. Но больно раздражали вот эти блоки с этими швами. Вот, как-то так вот получается. Вот фасадная стена. Фасадная. И вот эта лицевая, которая во двор смотрит. Те две стены я уже не буду в этом году делать. Оно не видно. Да и не горит, как бы оно и здесь не горело. Ну, просто здесь как-то вот будет беленькое, будет вечером под лампой намного светлее во дворе. Еще надо пенополистиролом фундамент делать, копать, его туда подсовывать. Короче, работы. Мама, не горюй. Шифер сложили, вот. Спрашивали, шифер мы вернули или нет. Нет, мы его не вернули. Он же подрезанный, каждый вот этот, чтобы лег хорошо один на один, чтобы не было толстого пирога. Потом здесь уже отверстие. Не вижу смысла сдавать, может, где-то забор будем делать, пригодится. Ну, короче, вот так вот получается. Примерно так вот. Покрасим, будет супер. Вискарик научился заходить через дверку. Мы теперь приходим, а он тут на коврике лежит. 3 дня уже сам заходит. Да. Выходит, поест. Захотел. Захотел, зашел, прилег. Да, Вискас? А? Вискарик. Еду ему тут ставим. Потому что на улице, если оставить еду, собаки съедят. А тут он заходит, поел, попил. Да, Вискас? Лафа, скажи. Красота. А у Блэка не получается. Да. Ну, Макс, он вроде как понял, как заходить, но он жирный, еле пролазит в это отверстие. Пузом своим шкрябает. Да. А Вискарик проскакивает, да, Вискентий? Прошаренный. Да. Вот я рассказывала про отпугиватель. Он для грызунов, ну, мыши, крысы, и для насекомых. Пауки, тараканы там и прочее. Вот так он выглядит. Я не знаю, друзья, будет он работать, не будет. Я читала отзывы на Wildberries, там больше 1000, ну, я уже рассказывала, да. Люди пишут, что работает. Вот я пока в хате воткнула там. У бабули. У бабули, да. Посмотрим. Написано, что для помещения 200 квадратных метров без преград, то есть без стен, как говорится. Вот. Но он такой легкий, прям какой-то пустой. Вот, его включаешь, тут лампочка горит красная. Ну, и все. Ну, если он покажет себя хорошо, положительно, то мы себе такой же. Мы, да, в ту хату возьмем. Потому что у нас по ночам под полом там такое, да, шуршание идет. Хотя мы Виска соберем с собой ночевать туда, но он спит всю ночь. Он же сытый, он дрыхнет, ему, да, все равно по барабану. Вот, сегодня Алик штукатурил. Я пошла чуть-чуть бурьяна подергала на огороде, там, где фацелия росла. Мы ее не стали скашивать, ну, чтобы пчелам было что поесть. И там трава выросла. Траву я не дергала, потому что там дергаешь траву, и выдергивается это все вместе с фацелией. В общем, вырос бурьян, но дергается он легко, потому что земля как пух,
там, где фацилия росла. Ну, вот я по чуть-чуть дергаю. Вот мы с мамкой дергали пару дней назад. Сегодня я пошла чуть подергала, так понемногу занимаюсь. Сегодня жарко, кстати. Я пошла так жарко, 25 градусов, солнце вообще печет. 25, а кажется, на солнце все 50. Даже шорты одела. Да, я даже в шортах ходила. Сейчас уже просто помылась и оделась, потому что прохладно. Ну, в принципе, все. Сейчас Алик пойдет тоже в душ сходит, там туда-сюда. Сейчас уже скоро темнеть начнет. На юге же темнеет раньше, чем, например, в Москве. У нас уже где-то 6:30 уже темнеет, да? Да. И у нас еще днем там 24-25, а ночью 9-10. Да? В предгорье. Ночь холодная. Ну, у нас все. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что посмотрели, поставили лайк, написали комментарий. Все, всем пока.